В Якутске открыли новый детский сад «Солнечные лучики». Помещение площадью 1280 квадратных метров сможет принять в своих стенах 240 ребят. На торжественном открытии дошкольного учреждения глава города Айсен Николаев вручил детскому саду сертификат на 50 тысяч рублей для покупки детских развивающих игр. Он отметил, что строительство новых садов в Якутске будет продолжаться. В ближайшее время крупные дошкольные учреждения будут построены в районе Саисары и 203-м микрорайоне. Мы очень рады, что ко дню города нам такой подарили подарок наша республика и город. Детский сад «Солнечные лучики» на 240 мест. В этом детском саду 6 групп дошкольных, 4 русскоязычных, 2 якутские группы. Возраст 2013, 2012, 2011 год.